такое вот всеобщее представление Рождества через призму большинства языков и культур. Это только одна из сотни рождественских марок, представленная на выставке «Мелодии Рождества». Здесь больше 300 экземпляров из 45 стран. Каждый из них представляет свои рождественские сюжеты. Как отмечают Рождество в разных странах, вот как раз Северная Европа, все суетятся, елки, подарки, это всем нам знакомо. В Швеции музицируют, катаются на санках. Если в прошлом году выставка состояла из 20 листов, то в этом уже 40. И все те же 5 мелодий. Идея выставки родилась спонтанно. Владимир Туарменский прочитал в социальных сетях слова одного священнослужителя. У Рождества 3 мелодии. Первая – торжественная, хвалебная мелодия ангелов. Вторая – радостная, песня людей. А третья – грустный плач матерей вифлеемских. Выставка так и представлена – от одной мелодии к другой. От начала 20 века и до наших дней. Под советской властью утрачена традиция благотворительности. То есть до этого государство как бы самоустранялось, Российской империи благотворительностью занимались крупные меценаты, занималась церковь, государство постольку-постольку. Там тоже было ведомство императрицы Марии Федоровны, которая аккумулировала деньги, помогала бедным. И в том числе выпускали марки, с помощью которых собирали на подарки. И первые марки у нас рождественские в нашей стране, это были благотворительные марки, которые выпускались во время Первой мировой войны. Например, вот марочный блок, посвященный песне «12 дней Рождества» с отсылкой ко временному периоду от рождения Христа и до прибытия волхвов. Песня вышла в свет в 1780 году, мелодия же еще раньше. А смысл произведения в том, что это часть детской игры. Ведущий говорит первую строчку, следующий участник первую, вторую и так далее, пока один из них не сопьется. Каждая марка, каждый блок – это отдельная история о Рождестве, которую можно увидеть и послушать до 25 января в читальном зале библиотеки имени Горького.